Наступил последний месяц лета, август, время, когда пчеловоды собирают урожай. Труд этот тяжелый, но благодарный. Ведь вся работа сводится в конечном итоге к тому, чтобы порадовать детей и взрослых качественным, исконно русским продуктом – медом. О том, как его выбирать, рассказывает наш корреспондент. Как правильно выбирать мед? Главный совет – надо его брать у добросовестных пчеловодов – Тюриных из Тамбова, уверены жители Тверской области. Именно на ярмарке можно попробовать на вкус лакомства. Пчеловоды расскажут, что особое внимание нужно обращать на цвет и консистенцию. Свежий качественный мед должен медленно, непрерывной струйкой стекать с ложки и ложиться горкой на поверхности. У каждого сорта своя окраска. У цветочного – светло-желтая, у липового – янтарная, у гречишного – коричневая. Возможны различные оттенки, но натуральный мед всегда прозрачен, пока не закристаллизуется. Выбор меда на ярмарке пчеловодов Тюриных всегда богатый. Настроение отличное. Очень много разных видов медов привезли. Хотим порадовать вас медом акация, гречишный, липа, липоэспарцет, дониковый, с пыльцой, с прополисом, с хлоргой и с черносливом. Продукт пчелиного производства содержит в себе комплекс необходимых питательных веществ, а благодаря своему антибактериальному свойству способен бороться и предупреждать различные недуги. В меде содержится около 60 различных веществ. Кроме того, он ведь еще и вкусный. Об этом хорошо знают взрослые и дети. У нас большая семья, и мы не прочь побаловаться медом. И вот приходим сюда, закупаемся сразу. Несколько сортов берем, и это и гречишный, и цветочный, и все уходит в заубещение. Его плетаем, очень нам нравится. В русском языке мед ассоциируется с милостью и благодатью. Он ведь действительно созревал на Руси именно к августу. Поэтому несли люди в храм все самое вкусное и сладкое. Отсюда и название праздника «Медовый Спас». 14 августа пчеловоды Тюрины приглашают на молебен и чин освящения. В дни проведения ярмарки у нас есть три вида акции. Первое – это 3 литра меда цветочного за 1500 рублей. Вторая. При покупке 5 килограмм меда 6 идет в подарок. Третья. При покупке 5 килограмм одного вида меда 17% скидка. Купить мед и продукты пчеловодства можно в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. Добро пожаловать на кочевую ярмарку меда Тюриных с 7 по 25 августа.